возраст, порода, как зовут? Пожалуйста, микрофон.
Обратите внимание, ребенок работает без подкормки, то есть на интерес. Ну, это малинуаз, она должна работать за интерес, за желание угодить владельцу. Да, вот команда лежит на диване, почеши грудика. Замечательная команда. Поддерживайте, это что же надо уметь? Если мы, как бы, о вас, командный голос, команда рядом, и пошли по кругу. Пошли по кругу, молодцы, а чуть быстрее, а чуть быстрее. Давай, давай, давай. Вот, нет, нет, это голов, чуть помедленнее. Вот, сейчас мы ему продемонстрируем движение в ринге. Замечательно. Таисия, Таисия, давай всех сюда продвинем. Детки, идем за Тасей. Идем. Моя помощница, ученица повела на штурке Юлы Фендера. Остановились, остановились. Уберите, да, аккуратненько. Тася разберила, брату вас подальше, подальше. Тася, Тася, возьми ребенка и зайди сюда. Вот так, вот так, все замечательно. Все, теперь мы будем, вот отпуска стоит. Теперь мы будем выбирать лучших из лучших. Всем понятно, что наши дети, они самые лучшие, самые красивые, самые талантливые, самые-самые, потому что они наши. Все понятно, замечательно, но вы должны определить победителя. А как мы будем определять победителя, кто-то знает? Браво! Кто-то знает, как нужно определить победителя. Спасибо! Чем громче вы хлопаете, тем выше пьедестал. Вы поняли? Я не слышу, вы поняли? Вот там поняли. Вот там слышу, поняли. Так вы поняли, нет? Нет, так не понимаю. Надо хлопать. Уж вы-то... О! То есть чем громче вы хлопаете, понятно, да? Сейчас будет работать моя помощница Таисия. Пожалуйста. Первое и второе место. Вы поняли?